Друзья, привет! Помните, наверное, я осенью проводила такую кардинальную, омолаживающую обрезку старого куста черной смородины. Берем секатор и просто вот так вот срезаем. Видите, остается какой маленький пенечек. Ну вот смотрите, что в результате вот у меня осталось. Кстати, еще вот были в комментарии, Марин, то, что вот вы не боитесь вот так резко все срезать, вдруг пропадет. Я обещала вам, что покажу результат. И вот смотрите, вот как растение перезимовало. Да, я оставляла вот несколько побегов, вот так вот контрольных на всякий случай. Они себя прекрасно чувствуют. Но мало того, что они уже себя хорошо чувствуют, несмотря на то, что, конечно, это был большой стресс для растения. На них есть бутоны, уже скоро будет цветение. Но от корней пошли и молоденькие побеги. То есть кустик опять будет набирать массу, набирать вот такие хорошие размеры. У меня получится, то есть, молодой здоровый куст. Я вот вам советую, потому что я знаю, что у многих вот, ну и пишут, и спрашивают, вырастут старые кусты. Сорт нравится, но уже он все иссяк, перестает плодоносить, и вот надо ли его выкопать? Не надо ни в коем случае не выкапывать. Да, вы можете дополнительно взять черенков, если все-таки он дал вам какие-то молодые побеги, укоренить их, но можно и оставить на месте. Дайте кусту шанс на вторую жизнь. Вот так же осенью проведите резкую такую хорошую омолаживающую обрезку. Это своего рода еще будет для растения стресса, то есть у него появится такое желание продолжать жизнь, и он, соответственно, даст новые побеги, то есть вот, ну, новые поколения выпустит в жизнь. Что я сделала весной, это подкормила компостом. Ну, как подкормила? То есть как бы я замульчировала, и свои тоже это будет органическая подкормка. Растению сейчас нужны силы, чтобы вот наращивать и зеленую массу, и дальше продолжали расти побеги. Больше пока никаких подкормок проводить не буду. Ничем обрабатывать не буду, растения здоровые, никаких следов, никаких малейших каких-то пятнышек, точечек, болезней, ничего от вредителей нет, поэтому вот лишний раз тревожить мы его не будем. Поэтому, друзья, вот советую, вот, вот сейчас летом присмотритесь к своим кустикам. Если видите, что да, вот куст уже старенький, все, не отчаивайтесь, осенью проведете вот такую обрезку, и на следующий год вы получите новое, молодое, здоровое растение. Спасибо вам большое за просмотр, до новых встреч и всем пока.